Thank you.
коллеги, я попрошу вас собраться, и мы хотим приступить к открытию этой очень хорошей и интересной выставки. Мы сегодня представляем вашему вниманию творчество Асламгерея Акамова, заслуженного художника Республики Дагестан, художника, чье творчество, я думаю, знакомо каждому дагестанцу по одной простой причине. Именно он является автором герба нашего города, который долгие годы, с 87 года до недавнего времени существовал и был нам знаком. Асламгерей Акамов – очень интересный художник, работающий в самых разнообразных жанрах. Это и живопись, это и графика, это и акварель, это и афорт, это и плакат. Это там, плакат вообще-то такой редкий, требующий особого такого художественного осмысления вид графики. И Асламгерей им очень мастерски владеет. Мы представим очень разнообразное его творчество и тематически. Вы видите здесь и портреты, видите и такие сюжетные картины, видите и разнообразные дагестанские пейзажи, сельские сцены какие-то. Видите, и совсем как бы далекие от нас географические территории, это Израиль. И такое же разнообразное и в техническом, и в таком вот художественном осмыслении его творчества. Я и помимо того, что он работает как художник, это человек, который состоялся еще в двух очень важных ипостасях. Он является и театральным художником, и поэтому так много здесь от Кумыкского театра представителей. И помимо того, что он постоянно делает эскизы Кумыкского театра, его знают и зрители Русского театра, и Даргинского, тоже несколько спектаклей он там оформлял. И еще другая очень важная как бы область его работы – это педагогическая. Педагогическая – это очень важная как бы для любого человека вид работы. Это когда человек как бы оставляет свое творчество и наслаждение. Когда так скромно стали, давайте сюда. О ком мы не забудем, потому что сегодняшняя выставка посвящена ему. И вот эта преподавательская деятельность очень важная для человека со знаниями, когда он делится со своими знаниями. И уже одно не одно поколение дагестанских графиков учится и входит в профессию под руководством Асламгерея Акамова. Я хочу предоставить слово сейчас, так как очень меня попросили театральные деятели, и это вот обосновано, предоставить слово художественному руководителю Кумыкского театра Айгуму Эльдаровичу Айгумову. Я не просил. Значит, меня ввели в заблуждение, что вы поддерживаете. Портрет рисуете. Раз Александр сказал, я не только выступлю, еще пойду за ней куда хотите. Но суть не в этом. Суть в том, что сегодня выставка оригинального человека, по сути, и по жизни тоже. Он, когда я сейчас посмотрел выставку, настолько она разнообразна, мы привыкли его односторонне как-то видеть. Он работает в театре художником-постановщиком. Привыкли его односторонне видеть. А сегодня вот смотрю, он раскрыт с очень многих сторон. Это и пейзаж, это природа, ну пейзаж и природа, это и графика, это и художественное оформление, это и портреты. В общем, какая-то такая очень разнообразность, в общем, обширная разнообразность, я бы сказал. Но я должен тебе сделать такое замечание, обидчивое замечание. Столько лет работая в театре, ты сегодня ни одной работы здесь не поместил. А у тебя много работ по театру, декорации, эскизы, костюмов, макеты декораций. Наверное, или время не хватило, или помещение тебе не дали. Но думаю, что сегодняшняя выставка – это вот такой еще один этап роста и продвижения нашего Асламгерея в смысле роста творчества. Почему? Потому что постоянно этот человек в действии, постоянно он в поиске. Он может типографию за одной и той же графикой, которую еще не отпечатали, 15 раз сходить, уточнить и прийти, сказать, еще не готово. Но суть не в этом, суть в том, что человек действительно обладает разносторонним
профессионализмом. Это дорогого стоит. Я хочу поздравить, дорогой Арсен Гиреевич, тебя с сегодняшней выставкой. Она действительно очень оригинальная, она действительно хорошая выставка. Здесь есть твой род, есть твое творчество, здесь есть ты сам. Счастливого дальнейшего тебе творческого роста. Спасибо. Столько лет проработал в Кумыкском театре и много для него сделал, поэтому будет правильно предоставить слово и режиссеру-постановщику Кумыкского театра Исламу Казиеву. Да, наверное, это он когда просил слово. Вы знаете, ну действительно, Арсен Гиреев всегда приятно работать. Во-первых, у него мышление очень интересное, образное мышление. Вообще, с художниками всегда меня везет, вообще, я с ними работаю всегда в дружбе. И поиски тоже, Арсен Гиреев очень обильный такой, вообще много приносит нового, интересного. Вот последняя наша работа, «Богатая женщина», она тоже интересное оформление. Над домом профессора висит две виселицы. Или живите, или повесьтесь. Вы знаете, вот такое, какое-то вот такое, вот и другой спектакль, который мы с ним сделали, «Авария», этот согнутый поворот дороги, это тоже несет в себе какой-то вот образ, какой-то для спектакля вот, выражение, выражение той мысли, которая заложена в этом пьесе, в произведении. Вы знаете, конечно, здесь Айгумер даже сказал, что он разнообразный. Конечно, вот его видно во всех этих картинах, видно его наивность, его душа. Это самое главное для художника, чтобы за картинами было видно его душа. А душа у него замечательная, прекрасный, и человек он замечательный всегда. Вот. А Арсен Гиреев, я сегодня очень рад. И я тебя поздравляю от всей души, и весь наш театр тебе ждет, а Лапюса еще у нас будут работать. А теперь, я думаю, перейдем к традиционной форме ведения выставок. Я хочу предоставить слово нашим руководителям, заместителю министра культуры Республики Дагестан Магомед Расулу Магомедовичу. Добрый день, дорогие друзья. Александр Расулов правильно сказал, что сегодня действительно для ее коллектива и для коллектива всех наших музеев очень приятный день. Пользуясь случаем, хочу имени руководства нашего министерства поддержать Набиева со мной от нашего имени, поздравить этот дружный коллектив и коллектив всех наших музеев, хранителей очагов старины, хранителей нашей истории, профессиональный праздник. Пожелать, чтобы в залах их на таких мероприятиях было побольше народу, побольше молодежи, чтобы мы могли передавать лучшие наши традиции из поколения в поколение. Что касается героя нашего действа, название которого выставка великолепная, я хочу ответить одно. Честно говоря, для себя сделал небольшое открытие. Больше знал о нем как о графике. Но сегодня палитра его работ очень разнообразна, и само собой разумеется, что человек разносторонний, человек очень одаренный, человек, который любит экспериментировать, вникать в разные жанры, представил всю палитру своей деятельности творческой. Я думаю, что одним из самых хороших источников его работ это прежде всего является педагогическая деятельность. Это работа с молодыми мастерами, начинающими, которые делают свои первые мазки, первые шаги в творчестве, поездки с ними, общение с ними тоже многое дают. И то, что здесь Айгун даже сказал, что не все работы представлены, особенно театральные, наверное, еще раз говорит о том, что человек действительно скромный, а за скромностью всегда скрывается еще одна черта хорошего, доброго таланта. Добрый путь вот таких побольше выставок и хорошего, нормального зрителя. Спасибо. Я хочу представить слово коллеге Абдулзагира. Коллеге художника Абдулзагиру Маскитовичу Мусаеву, завкафедрой живописи. Я уже начал
почувствовал несколько даже некоторое возмущение. Театрал и театрал. Дело в том, что Арс Лагерей вообще очень многогранный человек. А знакомство наше очень давнишнее, это с момента учебы здесь в училище, потом академия, Питер. И вообще меня связывает с ним очень добрая, долгая дружба с семьей, с детьми, с братьями, с родителями. Я хорошо знаю Байрам Аулу, да, все, кто вместе с ним. И еще, этот человек неуемный, он вообще неуловимый. Не знаю, как театралы с ним работают, но на кафедре временами приходится очень туго. Где находится Арслан Гиреев Ангиреевич? В театре. А в театре, говорит, он на кафедре. В общем-то, это относится к нашему замечательному режиссеру Исламу Казиеву, та же самая. Но его неуемность, Арслан Гиреев, это, конечно, значимое. Арслан Гиреев умеет чинить машины. В автомобилях разбирается великолепно. В строительстве разбирается он еще лучше. То есть какой бы вопрос вообще мы не задали бы или не посоветовались бы, он на этот вопрос отвечает. Но я поражался всегда чему. Мы зачастую при определенной занятости дня мы еще задумываемся, и я задаюсь вопросом, когда же творчеством заниматься? Но вот же умудряются и творчеством заниматься, потому что вот все то, что вы здесь видите, это все то, чем он живет и что он делает. В определенной степени я должен сказать, что на футграфе, вот с приходом Арслан Гирея, с приходом есть его коллега Юсуп Амаевич Хармагомедов, рождение школы графики в Дагестане. Об этой школе говорят. Эти воспитанники выставляются на международных, участвуют в выставках, интересуются этим. Потому что без этого, вот без этой отдачи, без этой игры, без этого внутреннего горения невозможно воспитать ни художника, ну и, естественно, если в крайнем случае даже просто мастера, как в одной или в другой области. Я, Арслан Гиреев, могу говорить о нем очень много. И хочу его сегодня поздравить. Хочу Раю поздравить. Она здесь. Я думаю, что могу рассказать о ней замечательный случай. Сдавали. Когда ее надо сюда. Да, она нужна. Сдавали. Я там сейчас вот такую вещь раскрою, одну интересную. Дело в том, что сдавали экзамен в академию. Сидим, пишем диктант. Мы же с Кавказа, мы же малообразованные, а диктант надо писать. Сидит Рая рядом. Хорошо, что ЕГЭ не было. Да. Сидит Рая рядом. И вы этот диктант замечательно просто сдали. Все. Я хочу вас всех поздравить. Я поздравляю вообще весь Тухум Акабовский с этим днем. Арслан Гирей. Ни в коем случае. Я знаю, что ты никогда не сдашься и не будешь позволять вообще каких-то, чтобы о тебе говорили. Он изменится? Ничего подобного. Он не изменится. Это замечательный человек, замечательный художник. Я еще раз вас всех поздравляю. Влюбуйтесь. Там много очень интересного. Особенно вот студентам посмотреть, учиться. Спасибо огромное вам. Спасибо, Саша. Еще одному представителю от художников, председателю Союза художников Курбанали Магомедову. Да, наш коллега, художник, профессионал Арслан Гирей, он уже не первую выставку свою организовывает. Мы рады его успехам. Это очередной отчет, наверное, о проделанной работе. Несколько лет назад он свою персональную выставку организовывал своих художников. Он также передает свои знания, опыт подрастающему поколению, что нас радует, потому что недавно состоящая выставка «Молодые художники России» 3-4 ученика его были участниками. Арслан Гирей, тебя поздравляю, желаю новых творческих успехов тебе, твоим друзьям, твоей семье. Также хочу поздравить коллектив Музея изобразительных искусств, коллектив Музея, Объединенного музея
поздравить весь ваш коллектив, пожелать вам новых успехов. Спасибо вам за то, что вы помогаете художникам. Спасибо. Всех с праздником. Спасибо. Дорогие коллеги, у нас республика толерантная, и вот музей тоже те же демократические проповедуют традиции. Вот от аварских представительств, а вот на вас режиссер Гусейнов хочет сказать слово. Давайте ему представим. Спасибо, Саня. Спасибо всем. Я не вхожу в этот круг знаменитых его друзей, но он меня знаменит тем, что я его знал еще с аварского театра, когда в художнику постановщик он работал, я директором работал в это время. И самое главное, говоря, какая жена, такая семья. А его жена работала 10-12 лет учительницей в моей школе. Это замечательная жена. Я не сомневаюсь, что больше 50% успеха его жизни и творчества отдала она ему. И поэтому я ее тоже поздравляю за успех такой своего мужа. Спасибо за внимание. Только спасибо. Я хочу сказать, что Гусейнов вот в последнее время появляется в Дагестане хорошая тенденция. Хоть очень медленными темпами, но художники после выставок все-таки готовят совместно с музеем свои буклеты. И я хочу представить крупного специалиста по дагестанскому изобразительному искусству, автора очень многих статей и буклетов, которые у нас выходят, и отдельных изданий Наталью Федоровну Русаву, которая как раз вот в готовящемся, естественно, не успевшем к открытию каталоги Аслангелия Акамова, как раз ее вступительная статья. И так как она человек, хорошо проанализировавший творчество Аслангелии, я думаю, ей есть что сказать. Друзья, давайте вернемся в Академию художества. Я, пусть не обижаются театралы, но Академия художества – это то лоно, из которого в 1979 году вышел и Аслангелий, и Загир Базгитович Мусаев, и ваша покорная слуга. В 1979 году прошла великолепная совершенно защита дипломных работ, на которой Дагестан прозвучал в той необъятной красоте, какой он является по сей день. Вот, потому что два дипломных проекта, и Мусаева, и Аслангелия Акамова, назывались «Мой Дагестан». И, конечно, в те далекие, хотя для нас это как будто вчера было, годы, в Академии художеств очень пристально наблюдали за выходцами из союзных, из республик, ну, союзных или автономных, и курировали этих художников. И хоть они говорят, что они дикие с гор, но тем не менее именно они являли Академии художеств пример мастерства и образного освоения окружающего мира. И, ну, там графика, здесь живопись, но тем не менее, год 79-й для Академии художеств был очень интересным. И вы как раз эти дипломы его здесь сейчас и видите. Наверное, это самая яркая жемчужина на этой выставке. Это дипломный проект Аслангелия Акамова. Вы знаете, настолько он сумел тогда, видимо, сердце болело, соднило, скучал, он ностальгировал по Дагестану, что вот это все его чувства, они выплеснулись, любви к родине, выплеснулись в его дипломном проекте. Как мы учились, Раечка прекрасно знает, в 10 часов вечера закрывалась библиотека Академии художеств, и только в это время искусствоведы выползали из библиотеки, а они все из подвалов, где делали свои дипломные проекты. И всем бы, молодым бы, да так бы учиться бы. Тогда бы, наверное, они бы ничем не уступали своим учителям. Но, тем не менее, все-таки школу они создали, есть на ком учиться. И спасибо музею, наконец-то, что мы дождались его выставки. В прошлом году мы с моей дипломницей писали дипломный проект по нему. Я скажу, что он нас просто обокрал. Примите это, как говорится, образное выражение в чувствах. Мы с моей дипломницей за ним ходили, Аслангелий дал возможность посмотреть подлинники. Он был так занят, что он нас кормил фотографиями. Поэтому, конечно, вот сегодня я настолько еще раз соприкоснувшись, придется или самой писать еще раз.
потому что настолько вот прикоснувшись к подлиннику, понимаешь, что ни одна репродукция, ни одна фотография, она не в состоянии заменить вот тот эмоциональный всплеск, который получаешь от соприкосновения с листом, с графикой. Вот. И у меня есть любимая серия здесь, я не знаю, для кого она еще такая любимая, это «Дубы». Я не знаю, он, наверное, пантеист какой-то. Он умудряется настолько тонко прочувствовать душу природы, что он ее антропоморфизирует. Там все дубы, там можно их пополам разделить. Вот дуб женщина, этот дуб мужчина. Вот между ними какие-то взаимоотношения зарождаются. Это ведь не каждый может в какой-то засохшей коряге увидеть вдруг образ. Вот тоже советую молодым не просто писать, ну, как говорится, списывая с натуры, а вот чтобы они умели так, как раз лангерей, чувствовать душу природы. Ну и, конечно, он растет, я смотрю, у него хорошие очень последние годы портреты появились, очень мне понравился портрет ветерана. Я не знаю, насколько похожи деятели театральные, там, которых он нарисовал. Может быть, не похожи, но ведь не нужно думать, что качество листа и портрета в похожести. Похож или не похож? Да там, вы знаете, там образ есть, там есть характер, там есть мастерство. И попадание вот именно в характер, в образ. И я поздравляю Арслан Гирея. Дай Бог ему и в дальнейшем еще нас порадовать ни одной выставкой. Спасибо. Театр его научил образно мыслить. Прежде чем предоставить слово последнему выступающему, я хотела сказать еще несколько слов об этой выставке. Вот как бы идея ее принадлежит мне, и как бы я вот решила сделать выставку этого художника. Я не знала, что он сделал такую, что его вот этого диплом носили, называлась «Модагестан». Но когда в Союзе художников я увидела его серию работ по Дагестану, я подумала, что вот Расулова Гамзатова, мы Дагестан иллюстрировали многие художники, и вот там из Москвы приезжал художник, но вот эти вот образы, которые запечатлены Аслан Гереем Акамовым на его работах, они как будто бы вот ложатся, и это, и смотришь, и думаешь, вот это мы Дагестан, это Дагестан. Это, и вот так появился это. И второй момент, который мне понравился, на этой же выставке висели портреты, и появилась такая очень живая, веселая группа мужчин, которая подходила, смеялась, звала друг друга. Я говорю, а кто это? Это актеры Кумыкского театра, которые смотрят его портреты. Вот потом это, выставку этого человека обязательно надо сделать. Я хочу сказать еще, что в апреле этого года Аслан Гирея Акамову исполнилось 65 лет, и мы от имени музея поздравляем его. Желаем ему плодотворного роста, новых интересных работ, и мы рады, что сегодняшняя выставка состоялась, и состоялась в такой радостный, значительный для нас день. Не всегда как бы выставки совпадают с этим днем, иногда у нас уже идет какая-то выставка, а вот это вот день, когда все совпало, и совпало, я думаю, удачно. Я что хочу сказать, сегодня очень рад вашим, конечно, критикам, которые непосредственно даже не поправляют на новые вдохновения, на новые творческие пути, можно сказать, поискать, найти возможность для того, чтобы с другой стороны тоже показать. Но, однако, на сегодняшний день театра сегодняшнего вообще все поздравляют друг друга, и театралу тоже. Но, однако, я тоже хочу этот музеев. И вот поэтому хочу всех находящихся и имеющие отношение, участие в музее, хочу поздравить Сальхат Расулна от имени вас тоже. И одновременно сказать и благодарить вас, что вы сегодня оценили, посмотрели. Если что не так, конечно, подскажете, скажете, может, мы еще можем. То, что невозможно сделать возможным, пока есть возможности. Иншаллах. Спасибо огромное. Иншаллах. Спасибо. Все.